Ну, только кончилась бомбежка. Да, закончилась бомбежка. Начали искать, шуровать. И там где-то в подвале был один этот ихний разведчик. Откуда же узнали, что это он давал туда там сигнал. Вот это я хорошо помню. А вот дальше тоже провал такой, не знаю, не помню. Ну, починил сапог. А? Сапог починил? Нет. Не починил. Вот я не помню, что было с этим сапогом потом. Я не помню, или я его завязал, или что, или получил другие какие-то. Получил. Но это уже получил такие простые солдатские. Были номера такие? Да, это я тоже не помню, откуда это у меня было. Я не помню. Это я не помню. Я знаю, что они были хорошие. Они были кожаные, а эти остальные все были с керзелой. Знаешь, какой керзел? Такой искусственный. Орсинтети. Синтети. С такими пупышками. Арзет? Эрзат. Не, эрзат. Керзовые. А ребят, конечно, их надраивали, они блестели. Даже твой папа имел такие. Когда женился? Когда я с ним познакомилась только. Помню, как сейчас. Все стояли вместе, а его не было около там. А с Дамира, говорит, а вот там стоит Яша. А я же так стоял, вот так вот, так, около часов, и там был этот самый, который чистит. Он стоял с этими сапогами, потом подошел, они у него блестели так, но видно, что это не кожа. Да. И тогда вы познакомились? Тогда мы с ним познакомились. А потом выяснилось, что первая Дамира с ним познакомилась. А потом Додик. А Додик, видно, или ты. Или он у него отобрал ее, или как, я не помню, я не знаю. В общем, сначала она с Яшей познакомилась. А потом с Додик. Если я тебе рассказывал, что она приехала ко мне в Москву. Фотографии. Фотографии. И в уши вообще. Он такой худенький, такой волос так дыбом стоят. Много волос. У него полно было волос. Да. Приехал совета мне брать. Тогда это было в Чехии, Венгрии, Австрии. Австрия, Венгрия, Чехословакия, Румыния. Это последняя была. А в Германии не было? Нет, мы не были, мы были только с ним. А оттуда мы попали в Львовскую область. Это уже кончилась война. Я тогда думал, что ну вот, такой красивый город, я останусь здесь, меня демобилизуют. Я во Львове? Во Львове, да. Война кончилась, но меня не отпустили. Он был целый город или его разбомбили? Он был вообще, можно сказать, целый город, но были там такие места, вот где мы жили, это Крестова улица или как она называлась, Калинина. Там в подвале говорили, что там были трупы еврейские, лежали у нас в подвале. Что там было гетто?
знаю, что там было. Вот. Но это бедный район был, там, где мы жили. Такие же квартиры, комнаты, кухни, комнаты. Это была Польша перед войной? Да. Все там, только одна семья там оставалась жить. И, ну, внизу там, где мама жила, и Дамира, они внизу жили, такая несуганная мешпака. Каждое воскресенье они выставляли все, свои все кровати и кипятком шпарили клопов. Помню, как купили телевизор там. Только у нас была эта телевизор. И все приходили к нам. Это была такая бандула. Помню, что-то... Арон такой, с таким экраном. Маленький такой, он не был такой большой разве, он не был большой. Арон большой, это уже не там. Арон, это же в Польше шикарный. Может, для меня это бы выглядело, да, большое. Но я помню, что был экран маленький. Маленький такой, да. И, в общем, я была рада очень, чтобы все приходили, все соседи. А потом я смотрю, полно песков, и надо было после них убирать. Да. А что, это было люксус телевизора? Да ни у кого не было, только у нас это было. Со всей улицы к нам приходили. То вы были буржуи. Какие там, черт, я не знаю, как это получилось. Ничего, что у нас было, у нас в городе ничего нет. Ой, так мы жили, все мы так жили.